ты у меня одна, дышит в окно весна. Толик, иди погуляй, получишь потом леденец. Зин, давай, времени нет, давай. Коль, ты с ума сошел? А я это не для себя. Семье нужен новый диван. Да, нужен новый диван. А деду нужны сапоги. Деда вам тут набросал список полезных вещей. Итак, пап, я уже погулял. Давайте сюда леденец. Ты очень мало гулял. Не нагулял на него. Здрасте, я 27-й. Без мужа, но телек смотрю. Нельзя ли вашего Колю буквально на 30 минут? Людочка, что ты несешь? 30% вам. Коля, ну что ты сидишь? А, Коль? В принципе, я готов. Люся, зажигай свечи. Иду на второй заход. А платье мне купим, Коль? И платье, и новый диван, все. И помним про сапоги. Коль, ну какой к черту секс? Вспомни, когда он был. Входит секс. Добрый вечер. Я был у вас в прошлый четверг, у вас 3 года назад. Значит, заказ на дочь, да. Нужно заполнить бланк. Уши, глаза и вес нужно подчеркнуть. Чтобы беззубый рот. Чтобы все дай-да-дай. Чтобы скакала весь день. И людям мешало спать. Утеновка на голове. А в правой руке шары. В общем, я понял заказ. Дочь будет вылитый дед. А я уже вновь погулял. Что там у нас с леденцом? Сладкое после борща. Ну дайте борща. Мать, налей ему суп. Быстро тарелку и в парк. Медленно, вдумчиво ешь. Где-то 17 часов, давай. А что мы стоим и ждем, а? Время заказа идет. Ну я не могу при нем. А без меня никак. Ну ладно, Зин, ну ты че, ну? Ну что-то ну как-то не так. Ну че, беди, как-то не так. Ну будем считать, что я был. Еле добралась к вам. Здравствуйте, мама моя. А почему без метлы и не влетели в окно? Коля! Что, Коля? Что опять Коля? Здравствуйте, дочь и ты. Здравствуй, хватит с вас. Садитесь скорее за стол. Купите у нас чайку. Коля! Ну сколько можно гулять? Что? Отдайте мой леденец. Какой? Сладкое после борща. Так что мне снова в парк? Да. Куда ты? А ну подойди. А что сейчас бабушка даст? Клубнички тебе привезла. 8 кассет. Мам, ты с ума сошла? Толик, иди погуляй! Деду нужны сапоги! Да дайте доделать дочь! Заткнулись все! Слушай быстро меня! Если хотите диван, будем действовать так! Мальчик идет гулять! Ага. Дед копаться в шкафу! Есть. Мать ложится в кровать! Ага. Делает руку вот так вот! Играет мири-матье! Отец залезает на стол! Оттуда прыжок в кровать! А дальше все делаю я!